В Алматы не будет дефицита продуктов, средств гигиены и лекарств до июня месяца. Сегодня об этом заявил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев. Он отметил, что городские власти несколько месяцев готовились к появлению коронавируса и приняли целый ряд мер по его профилактике. Кроме того, до начала лета не ожидается роста цен на все товары и услуги. Городские власти уделят особое внимание наличию антисептических средств для обработки общественного транспорта. Ранее наблюдается недостаток средств гигиены и санитарных масок. Сейчас власти города провели переговоры с поставщиками и скоро ожидаются дополнительные поставки. На сегодняшний день мы провели за последние недели полностью, обновили переговоры, наши договоренности по всем видам, по всем 19 видам социально значимых продовольственных товаров. У нас есть поставщики, определили цену, определили объемы на до конца июня месяца, как минимум, у нас есть объемы и контракты на все виды товаров.